социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних города Лесосибирска открыли школу красоты. Это стало настоящим весенним подарком для ее участниц. Благодаря этому проекту с воспитанницами центра произошла настоящая метаморфоза. Из обычных девчонок они превратились в обаятельных леди. Смотри, молодежный форум. Четырем воспитанницам из социально-реабилитационного центра выпала возможность посетить за один день таких специалистов, как парикмахер, визажист и фотограф. И все благодаря проекту «Школа красоты». Мне понравился проект, то, что девчонки, которые до меня были, они теперь ходят с красивыми прическами. У них была настоящая фотосессия, как у настоящих моделей. Изначально работники реабилитационного центра опубликовали в интернете положение о проекте «Школа красоты». На призыв откликнулись многие специалисты. Они сделали все возможное, чтобы конкурсантки отлично выглядели. Девчонки очень хорошие, очень позитивные, очень послушные. Надеемся, что они прислушаются к нашим советам. На фото, сделанные профессиональным фотографом, можно отследить, как участницы выглядели до начала проекта и после. За один день старшеклассницы по-настоящему преобразились. Прическа, макияж и фотосессия действительно стали настоящим подарком для воспитанниц реабилитационного центра. Ведь девчонки всегда мечтали хоть немного изменить свой внешний вид. Когда я увидела свою прическу, когда мне сделали и покрасили волосы, я была, сказать, просто в шоке. Я такую прическу хотела сделать еще где-то с 10 лет. Я как бы постараюсь быть как настоящая фотомодель, как мама хочет. Если раньше девушки не знали, как правильно краситься, делать прическу и красиво выглядеть, то теперь они обещают поддерживать свой образ настоящих леди. Чувствовала себя прикольно вообще, замечательно просто. Такое ощущение, как будто внутренний мир поменялся. К конкурсу «Школа красоты» отнеслись с пониманием как участницы, так и профессионалы в своем деле. Нужно такие проекты почаще проводить с ребятишками, с несовершеннолетними, не только с реабилитационного центра. Бы хотелось, конечно, и в школе, чтобы проводились непосредственно наподобие конкурса. Здорово накрасили, молодцы стилисты, визажисты, там, парикмахеры. Работали с ними психологи, я так думаю, что задали им настроение очень хорошее. В социально-реабилитационном центре планируют продолжать идею этого проекта, ведь результат налицо. Смотри, молодежный форум.